Сегодня у меня ароматный рыбный ужин. Хочу поделиться секретом, как приготовить мойву, жареную на сковородке. С хрустящей корочкой красиво и вкусно. Рыбу заранее размораживаем при комнатной температуре. Промываем и выкладываем на дуршлаг, чтобы вода хорошо стекла. Потрошить рыбку не нужно, иначе при жарке весь внутренний жир уйдет, и рыбка получится сухая. В пакет всыпаем муку и немного соли. Порциями выкладываем туда мойву, перемешиваем и выкладываем на сковородку с разогретым подсолнечным маслом. Обжариваем на среднем огне примерно по 5 минут с каждой стороны. Готовую мойву выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить с нее лишнее масло. Наша вкусная рыбка с хрустящей корочкой готова. Ну и теперь самое главное – уметь вовремя остановиться. Приятного аппетита!